Это первая весенняя отправка призывников Вооруженные силы Российской Федерации. На торжественный митинг традиционно прибыли представители духовенства, общества солдатских матерей и казачества. С напутствиями к новоиспеченным солдатам обратились и ветераны Великой Отечественной Николай Туранов и Павел Сюткин. Полковник в отставке вручил новобранцам их военные билеты. Через год эти ребята вернутся домой настоящими мужчинами. Уже сейчас они готовы защищать родину. Артем Руденко, например, уже давно решил, где хочет служить. Хочу спецназ ГРУ. Попаду, будет очень хорошо. Хочу свою жизнь защищать. Родителям передаю большой привет. Я вас очень люблю и буду по вам скучать. Торжественная отправка на службу под прощание славянки. Сегодня новобранцы приедут в краевой сборный пункт. В Краснодаре 37 сочинских призывников расформируют войска. 4 человека идут у нас в президентский полк сегодня. Остальные идут в сухопутные войска, из них часть ребят идут в сухопутные войска водителями. Как отмечает военком, к сочинским новобранцам во всех военных частях внимание повышенное, но спрос, естественно, одинаков. Поэтому пожелание одно – терпение и солдатской удачи. Ну а следующая отправка призывников состоится в середине июня. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.